Во Франции под запрет попало турецкое радикальное движение «Серые волки». Его членам приписывают устроение уличных беспорядков с применением насилия в пригороде Лиона, в Дижоне и в городе Вьен в конце октября. Огласив решение о роспуске, МВД страны опубликовало постановление. В нем говорится о том, что на территории Франции организации было развернуто несколько тренировочных лагерей для подготовки акции устрашения армянской и курдской диаспор. Военизированное объединение «Серые волки» считается близким к ультраправой партии националистического движения Турции, которая, в свою очередь, поддерживает турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это агрессивная группировка, известная применением оружия против сил правопорядка, своими призывами к ненависти и насилию, в особенности в отношении армян. Мы обнаружили следы этой группировки, позорные надписи на мемориальном комплексе в память о жертвах геноцида армян в Десин. Решение о запрете было принято на фоне резкого обострения отношений Парижа и Анкары из-за спора о публикации карикатур в журнале «Шарли Эбдо», а также высказывания Эммануэля Макрона об исламе, который осудил лично Реджеп Тайип Эрдоган.